Доброе утро, сыночек. Афоня уже с утра хочет троллей, да? Ага. А что ты кушаешь на завтрак? Гренки? Угу. Гренки у Афони. Я что-то колотила столько яиц для гренок. И оказалось, что у нас там всего 4 кусочка хлеба. И вот один еще вот такой вот. Поэтому из остатков яиц я пожарила себе омлет, целую тарелку помидоров и кофе. И тролли, да, сынок? Да. Да, у нас сейчас будет тролли. Так, дети пока под навес пошли. Я убралась на кухне. Сегодня родители так рано не приехали, поэтому... А на обед у нас, кстати, же есть галушки, поэтому обед готовить не буду. Сейчас еще осталось пропылесосить на кухне и заняться немножечко небольшой такой уборкой в доме. Хотела я достать пылесос, как тут все приехали. Но я все равно пропылесосила на кухне. Кто тут меня стреляет? Почему? Да, мы вас пылесосим. Афоня, что это у тебя такое? Ляля у тебя? И у меня ляля. И у тебя ляля? Да. Зоя, где твоя ляля? Вот. Вот это твоя ляля? Там Гриша, Леонаша и Афоня. Да, у Зои целых 3 ляли, да, Зоечка? Ты качаешь их? Нет, а я их кусаю. Афонечка, ты качаешь лялю? Скажи, кусаю. Нет, он любит ляли. Ляли же нельзя кусать, да? Можно. Они же маленькие, могут так расплакаться, да? Я злою. Им же так больно будет. Я злою, кусаю. Нельзя кусаться. Я кусаю. Нельзя кусаться. Можно. А я высоко прыгаю. Григорий заправляет нашу кроватку. Ты сначала одеяло, сынок. Ой, точно. Так, я тогда пошла вязать, хорошо? Ой, ладно. Что вы тут играете? Гриша деньги делает, да? Ай, дай мне деньги. Отдал тебе быстро деньги? Да. Сколько, Гриша, тебе там денег? Вот так. Вот так вот? Пистолет. Так, не трогай, что-то выкидывай. Будем кушать галушки. Мамуля даже острый перец вырвала, да, Григорий? Угу. Ну и что, он не сильно? Да, женский, можешь попробовать. Да. Так, я сейчас буду готовить ужин. На ужин у нас будет... Эй, вот я. На ужин у нас будет там... Что, утка в духовке? И овощи. Такое овощное рагу. Сейчас будем сначала все для утки готовить. Так, ну что, вот утиная здесь грудка. И что это такое? Соль такая. Не знаю. Вот, в общем, здесь у меня утиная грудка. И такое, ножки и крылышки. Я их посолила, попечила, немножечко присыпала чесноком. Гранулированным. И сейчас... Немножко подсолнечного масла, можно, кстати, без него, потому что здесь достаточно, мне кажется, жира на утке. И все это в духовочку отправлю. Постоит немножечко так, потом отправлю в духовку запекаться. Вот, поставила уже вариться компот, и сейчас еще приготовлю на гарнир рагу. Так, здесь у меня, да, баклажан и кабачок. Немножко подсолнечного масла. Еще сюда буду добавлять морковку, лук. Болгарский перчик и, не знаю, может быть, немножко риса еще добавлю. Все это будет сушиться. В общем, такой вот рагу будет. Так, ну что, вот такое вот что-то получается. Не знаю, помидорки сюда добавила, вот баклажаны, кабачки, морковка, перец. В общем, все тут. И теперь это все потушится. Можно делать и в мультиварке, но я хочу просто на сковородке. Готово. Это твоя петрушка? Да. А где ты ее взял? С пола. С пола? Да. Такую тебе можно, да? А это мало только. А бабку?
Не брать? Да. Это твоя, не брать, да? А это моя, не брать. Да. Сегодня, конечно, трудно вязать нам петрушку. Она грязная, мы ее моем, да? Ага. У тебя там не грязная? Ванного. Грязная? Так, уточка уже приготовилась, я ее достала, проверила, 50 минут она была в духовке. Вот, а здесь у меня рагу доготавливается, добавила сюда еще рис. Совсем-совсем чуть, может быть, даже там пол чашечки, то есть очень немножечко. И теперь хожу, проверяю, как он здесь. Уже почти все готово, осталось добавить свежий чеснок и зелень. В общем, потом это все еще дойдет, поженится. Вот такая вот вкусняха. Сейчас буду пробовать на соль. Может быть, еще досолю. Что ты сейчас будешь смотреть? Тролли. Тролли? Да. Ну, давай, начинай смотреть. Мама все приготовила, сейчас все остынет и будем кушать, да? Да! Сына, ты куда собрался в таком виде? Жара такая, пошли. На улице? Не знаю, сейчас будем смотреть на его поведение. Вот пока бабуля... Ну, ждем папу, да? Еще папы нет. Да, я заеду, мам. Мам, а ты до тети Веры? Да. Тогда надо себя слушаться и вести. Сними все это жаркое. Это все жаркое. Раздеваемся, сейчас шортики оденем. Я... Нет, это жаркое, раздевайся. Так, сейчас обязательно нужно поесть. Это крылышко утиное и рагу. Гриша, кстати, сказал, что очень вкусное рагу. Так, ну что, я поела. Сейчас с Григорием поедем на карте. А потом еще на день рождения поздравим Сашу. Дарим эти пряники. Афоня! Ну, сидел в комнате. Ну, сейчас я гляну за... Может быть, пошел Башка-то с Дежкой будет выезжать. Сейчас я его позову. Ой! Или ты в комнате, Афонь? Ты в комнате? Папа, он в комнате ждет папу, да, работать? Я за тобой приеду, понял? Все. Так, сейчас пойдем поздравить Сашу. Будет у нас вот такой вот подарок. Будут пряничные человечки. Такая, эти маленькие, не сплестенки, это горячий воздух, да, дует. Угу. И оно там как раз это. Так, пошлите поздравлять. Вот, и как раз это место, это мини. Опа! Смотрите, тетя Вера! Светящийся? Афонь, не надо так, смотри, тут аквариум. И сюда не надо, ты видишь? Афонь, а ты что, хочешь уже задувать? Доживет? Доживет до Саши свечка? Саша, надо быстрее дуть. Загадывай желание. Маринка, не кричи. С днем рождения! Да давай кусай. Тёма. Саша, кусай. Саша, не надо кусить. Да пусть кусай. Саша, когда аниматоры приезжают сегодня, аниматоры нет. Давай, кусай, Саша. Можно? Давай. Кутарянка. Молодец. Здесь это новое аниматоры. Здесь YouTube. Что, можно есть? Давай. Там вот какая толстая и вот и вот, да? Вот он. И вот он там. Да? Да. Я толстая, да. И ты толстая? Нет, я сосиска. Да? А там две рыбки такие, да? Гляньте, это что, вот это печень, да? Тут вообще темно, ни хера не видно. Вот это, а так. А я немножко себя, я еще а это хочу, печень? Хожу, веру, что нет. Лаваш. Свиная печень в этом, в сетке. Ну да, чтоб хрустел. А вот это вот чуть-чуть свинины, да? Подожди, еще не... А, что фотографируют для чего? Чтобы выставить, значит, надо нормально. Вера, ты скажи, после хорошей тренировки... Можно поесть, да? Точно. Так, ну что, у нас уже 2 часа ночи, все спят. Сижу, я пошел спать чуть раньше, дети еще раньше, естественно. Сейчас вот Гришка заснул здесь возле телека. Я, в общем...
посидели, песни под гитару, очень круто посидели. Так что сейчас идем отдыхать. Завтра не знаю, что будем делать. Нужно ехать уже Андоху забирать, а пока у нас не получается. Если же не с работой не получается, но, может быть, в воскресенье поедем. Я уже жду, соскучилась безумно. Я знаю, что нужно отпускать детей, знаю, что нужно, чтобы они сами были какое-то время предоставлены себе. Очень полезно поскучать. Но, блин, это так тяжко. Я уже очень соскучилась, уже жду. Вот, в общем, все, пошла ложиться спать. Всем до завтра и пока. All the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own.